ошибку полицейского, знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте к силы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос. Что? Что? Все по это. Все хорошо. Ладно. Все, пути ребята дальше. У меня первый вопрос. А за что вы меня остановили? За что вы меня остановили? Ты знаете, дальше два вопроса нету. Вообще ничего не понял. Ну как-то так. Здесь стая будут копы нагнуты, как проститутки, арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Чё паник, спусти ручник, кончик. Пусть ты просто полицейский или мусорская мразь, тебя научат по закону, слышишь, Вась? Ты думал, получил ксиву, сплох с мигалками, точилу. Теперь можно разводить людей, но помни, времена не те мудила. Водос с надзором, мусоров всех поимеют хором. Хоть ты просто полицейский или гнида стора. Или гнида стора. У мусоров попадос, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусоров попадос, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови раз. Что там? Что там случилось? Да покажи. Кто тебе сказал, что я без номерного знака? Ну, спереди он сосудный, правильно? Кто? Ну, кто это сказал? На законе, если нет. Пойдет? Братушкин, да? Да. Достойная фамилия, достойная. Мы уже с вами встречались. Ну, я, наверное, с вами не встречался. Почему? Ну, у меня не помните, я постоянно в пешем буду. Ну... Ну, не важно. Ну, почему вы без номерного знака? Кто вам сказал, что я без номерного знака? Там у меня пока нога болит, я, к сожалению, это. Ну, если без номерного знака, насколько я знаю, там есть этот штраф, поэтому пишите, рассматривайте дело, как бы я же готов как бы понести ответственность. Я же не... Если вы считаете, что я нарушаю, я вас остановил, чтобы вам сказать это. Может, я считаю, что это будет беспричинная остановка. Нет, правильно? Даже если будет межштраф, я сильно не испугаюсь, нет, понимаете? Я вас чисто остановил, чтобы сказать. Но чисто вы не можете почему? Остановить, потому что у вас немає належних доказів, понимаете? Я вам остановил, чтобы вы сделали. Скажите, пожалуйста, Анатолий, да. У вас є належні докази мого правопорушення? Ну, в даний момент його. Нет, я имею, что я конкретно нарушаю правила дорожного движения, нет, а именно 2.9В, то, что я снял, подождите, то, что я снял номерные нет, знаки. Нет, этого нету. Как, видно, как... Теперь можно я вас перебью? Давайте, перебивайте меня. Смотрите, я могу ситуацию. Я вас остановил, предупредил, сказать, что у вас нет знака. Я вам не сказал ни штраф, ничего. Может, вы в дороге еще что-то потеряли. Правильно? Все может быть. Анатолий. Радио он у вас есть. Я вас чисто по-человечески остановил. Сказал. Я ж поймите, я ж тоже чисто по-человечески хочу, чтобы было в рамках закона. Так, а в рамках остановили, значит, всего. Доводите дело до конца. Я сделал такое замечание. Там-то в КУПАПе такого нету. Если отсутствует номерного знака,
Там есть непосредственно админ этот, как его правильно, притягивание особо до ответственности. Ну так у вас сзади он же есть, правильно? Ну так и спереди у меня его нету. Это есть нарушение? Если бы он вас двух сторон его не было, правильно? Я знаю, что полицейские выписывают за переотсутствие номерного знака. Вот я хочу, чтобы вы довели дело до конца. Остановить. Постановление? Да. Вы осознаете? Кого я осознаю? Что у вас номерного знака нет. Кого я осознаю? Ну, я вас спрашиваю. Я хочу, чтобы вы сделали в рамках закона. А то, что номерного знака нету, ну, да, конечно, осознаю. А что делать? Вы осознаете, правильно? Конечно. Вы хотите руки отправить, правильно? Конечно! Только нужно очень быстро и четко. Ну, так можно, ну, документ можно ваш какой-то типа, посмотреть или нет? Достаточно лично. Вы что, серьезно? Нет, ну я сейчас скажу, планшет нужно, правильно? Для чего вы планшет возьмете? Ну, вашу личность, правильно, полиция по базе. Мою личность установить? Да. Можно так сделать? Вы серьезно говорите? Что я должен дать документы, чтобы мою просто личность установить? Нет, но если вы говорите, что вы осознаете свое правопорушение, правильно? Или нет? Добрый день, Вадим. А можно ваше службовое посвящение? А что нельзя? Вы что, его не видели? Или у вас прошлой фотографии не осталось? Нет, не осталось, Вадим. Я вас первый раз вижу. Первый раз видите, так познакомьтесь. Подождите, Локтионов Виталий. Подождите. Первый раз вижу. Ну давайте, почитайте. Локтионов, можно. Виталий Евгеньевич, Вадим. Ну я же. Локтионов Виталий. Когда вы работать начнете? Он уже, ваш друг за голову хватается. Локтионов, я общаюсь с товарищем полицейским. Вы подошли, влезли. Иди там, где звонят, иди. В смысле, иди. Подождите, инспектор, не уходите, инспектор. Не уходите, вы не слушайте. Евгений. Там звонили с биржи труда, Вадим. Я еще раз объясняю. Ануленко, Вадима. Еще раз объясняю. Я общаюсь с инспектором, это некорректно. Да? Я говорю... Там вспомните, как говорили. Еще раз объясняю. Там Алексенко говорил еще по-другому. Я говорю еще раз. Еще раз говорю, это некорректно. Во-первых, полицейский остановил меня. Вы влазите. Вы себе позволяете очень многое. Вы знаете, что делать, но я же вам не буду учить. Я если вот сделаю, вы будете плакать. Все правильно. Я же не продолжим диалог наш. Давайте я буду плакать. Давайте, когда вы будете командиром роты, вы тогда... Давайте, еще раз говорю, Локтионов. А ты что, товарищ полицейский, а это ваш старший? Да, выполняет указания старшего по званию. Старшего по кому? По званию. По званию, а там есть такое на постах, Локтионов? Уточните. Еще раз говорю, товарищ полицейский, вы со мной не закончили, будьте так любезны подойти сюда. Я с вами не хочу на данный момент сейчас общаться, потому что я веду диалог с данным человеком. И мне не нравится, когда вы влазите и пытаетесь как змеюка куда-то пролезть, как, понимаете? Куда, какая змеюка? Меня сейчас оскорбить хотели или как? Ну, правильно? Считайте, что это оскорбление. Да. Потому что некрасиво подойти. Ну, вы тактично себя ведете, да? Блядь, ну давай я буду в грубой форме разговаривать. Ну а чего? Ну а что, ты все можешь? Что ты так себя ведешь? А ты не можешь? Я с тобой нормально общался, Вадик. Ты вообще видел? Ты видел вообще, как ты подошел? Первый раз видишь. Да, первый раз ты меня видишь. Ты не меня. Леша, он начал себя орать. Что ты сюда орешь? О, за голову хватает. Меня Леша орет. Да, Леша не с этого орет. Сколько ты знаешь меня, сколько ты знаешь всех остальных, или ты его не знаешь, что ты начинаешь... Ты неменяемый, Леша, я корректно, да, я корректно разговариваю. Конечно, я неменяемый. Я корректно говорю, разговариваю. Какого хера ты лезешь сюда? Я общаюсь с человеком, что ты лезешь? Я сказал, что мы посмотрим. Что ты сказал? Что ты ему сказал? Ты ему приказы отдаешь незаконные, дядя, незаконные. Ты что, вообще попутал? Вопросов нет, это он будет решать, а не вы. Он будет решать? Еще раз объясняю, там нету предупреждения. Там нету предупреждения. Я вам объясняю, что у вас остановили, правильно? Я вам что-то не так сделал. Нет, есть остановка. Ее должны обосновать. Чтобы довести это одно. Правильно? Вот смотрите, вот вы все равно вышли с автомобиля, правильно? Что? Ну вышли, правильно? Ну, есть. Ну, номерные знаки присутствуют. Смотрите, дрот. Вы все равно снимаете. Снимите, пожалуйста. Да я все там у меня снял. Номерной знак. Снимите, пожалуйста.
Ну все, берите, пишите постановление. Вы все. А? Осознаете? Ну, признаете свою вину? Свою вину, да. Что я нарушил правила дорожного движения? Да. Вы вообще нормальный человек? Я вас спросил. Я до, смотрите, вы говорите, осознаете вы или нет? Да. А как я могу осознать того, что я не делал? Ну, вы же, у вас же отсутствие номер, правильно? Вы можете объяснить другой вопрос, там, почему он у вас отсутствует? Откуда вас я знаю? Я его что, у вас есть доказательство того, что я его снял? А я вам не сказал, что вы его сняли. Ну так как вы можете... Это не надо. А как вы можете... Я вам и слова не сказал, что вы его сняли. Не было ни слова такого. Я вас остановил, объяснил и все, причину, все. Ну я расцениваю это как беспричинная остановка, потому что мое нарушение не доказано. Почему? Я вам сел, замечательно. Это не я нарушил. А кто? Все претензии к автомобилю. Я не могу. Я нарушу тогда, когда это сделаю специально. Правильно? Правильно? Инспектор. Поэтому на будущее доказательства, когда будете останавливать кого-то, хорошо, пусть будет у вас железное доказательство вины человека, понимаете? Я все. Ну смотрите, ну можно как-то говорить, ну, обращаться к вам. Да Вадим просто, ну, мне, я же не знаю. У меня не столь великая хорошо, персона. Смотрите, понимаешь? Смотрите, Вадим. Ну, я вас услышал, но вы тоже поймите меня. У меня своя работа, я знаю. У меня тоже своя работа. Я с вас не учусь правильно работать, нигде же ничего не говорю. Ну, ладно, все ладно. Адекватно. То бишь я понимаю, если человек другой будет ехать без одного номерного знака. Его полицейский только может тот полицейский привлечь, который много на себя берет. Ну как вам сказать, все же зависит от человека, правильно? Нельзя всех подкопировать. Не, просто чтобы люди, люди обижаются на то, что как это одних людей можно оштрафовать, а других нельзя. Да вы не поняли, если честно, ну я по маску снял, мы с вами встречались. Я со всеми встречался. Ну, вот я просто корректно пытаюсь себя вести, но у меня не получается. Не понимаете? Вот такие вот гандоны, как Лавкионов, подходят ко мне. И начинает мне тут рассказывать пальцы. Я с вами не глубил, ничего. Все, отлично. Хорошо, инспектор. Спасибо. Друзья, ну как-то так, если что, даже если, не дай бог, не будет у вас номерного знака, вы знаете, что это не столь серьезное нарушение, поэтому не будет вам постановления. Братуха, что у тебя случилось? Мы не против, я говорю, давайте посмотрим видео. Попов. Наступление стало без поворота. Слева начал перестраиваться в левый ряд. Он говорит, я должен влево смещаться с правого поворота. Чего, чего? Ну, бред. Я должен наступление стоять с правым поворотом, типа я в лес заезжал. Я еду уже какой? Прямо. Подожди, ты сюда же поворачивал? Да. Ну, а какой левый поворот? Правый, он говорит, должен справа. Я с правым заехал, наступление он выключился. Я выехал, показал, что перемещаюсь влево. А? Выехал слева. Без него, на стоп-линии не было. А должен с ним выезжать? Он рассказывает. На стоп-линии? Про него не разглашаешь информацию, еще раз объясняю. Он хочет, он сам рассказывает, ты понял? Я на стоп-линии стоял без поворота. И выехал сразу, включил левый. А что, нужно с поворотом стоять? Я не понимаю этого, я должен указать, что я еду в лес. А кто остановил? Молодой человек. Вы какое имеете отношение сюда? Вы решили всех научить здесь или что? Вадим, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Да, у меня много вопросов. Можете обратиться, задать, я вам отвечу. Как, письменно, устно или как? Как или пожелаете. Вы сильно умны? Могу и письменно или ответить. Вы сильно могу умны? Письменно ответить, вы знаете, как это делается. Человек задержан? Я могу ехать. Конечно, вы можете ехать. Счастливого пути. Я не пойму. Ну вот сейчас, человек повинен выезжать его день. Я на стоп-линии еду уже прямо. Подожди, стой. Инспектор, я можно вам ваше посвящение? Видео подивитись. Можно ваше посвящение? Я разговариваю с человеком. Покажи мне свое удостоверение. Я уже в грубой форме скажу. Зачем? Я ж корректно общаюсь. Ёб твою мать, блядь. Вот это не корректно общаешься сейчас, Вадик. Зачем ты провоцируешь? Нате, еще Асаев, раз Асаев Денис Игоревич, бери пример вот с Лахтионова. Все, показал. А вы только говорили, что я, как вы там говорили, наглый. Правилам не нужно его учить. Понимаешь? Так потому что выучи их сам. Так он ему правильно говорит. Я тебе объясняю. Он совершал поворот направо без указателя поворотника. А он обязан доказательствами. Он обязан его включать. При совершении маневра, конечно. Какого маневра? Конечно. Какого маневра? Если он поворот направо какого делал, какого маневра? Ну, что он делал? Сделал поворот, наступление стал уже без поворота. Подожди. Ну вы включали до этого? Подожди. А? Так давайте посмотрим не видео. Нет, ну, подожди, ты вопрос? Хочешь? А подожди, ты если у него... Если вы включали, вопросов нет. Артем, ты можешь? Вы меня останавливаете? Нет. Стой, подожди, братан, стой, подожди.
Скажи мне, пожалуйста, а ты сидел у него в машине, что ты знаешь, включал он, указывал или не указывал? Ну, раз инспектор... Да послушай, на видео, подожди, то, что у тебя на видео, меня наверное, тоже остановили. Ну, наверное, там есть доказательства, он же не просто так придумал, человека остановил просто. Послушай, так, то, что да? у тебя будет на видео... Не, если вам так кажется, да если вы видео снимаете, ну, это я может быть, еще это вам так раз. Хочется. Ну, мы не пришли сюда просто так людей тормозить, понимаешь или нет? Еще раз объясняю. То, что у тебя на видео, это твои проблемы. Человек говорит, я его указывал, включал данный рычажок, чтобы указать поворот. Человек может себя, как против так себя нет, не давать показать. Его решать не будет. Понимаешь? Не судьбу решает. Не судьбу решает. Вопрос стоит, нарушал он или нет. Да нет, он не нарушал, он не может. Но надо их просмотреть. И все. Доказательства тогда будут, когда ты будешь в машине. Это уже 5 раз проходили, мужики. Давайте подвинемся. Да не буду ничего двигаться, уже 5 минут. Так вы даже не хотите смотреть по факту, потому что вы знаете, что вы нарушаете. Что я знаю, что в правом повороте... Я знаю, что вы нарушаете много чего. Я не нарушаю. Двух правый поворот, он не был. Инспектор. На момент наступления его не было. Потому что инспектор. Подожди, инспектор. Еще раз объясняю. Человек указывал поворот. В ПДД написано четко и ясно. Показчиком користуватись показчиком поворот. Он ним користувався, а именно включил в своем автомобилі возле рулевого колеса рычаг, который указывает поворотники. То, что у вас нет. Вы ехали с ним и бачили, як. Та он мне позвонил, не переживайте за этого, что вы тормознули его на поступке высоком. А то, что у вас. У мене є інша інформація. У вас не может. У вас не, он не может вам правду. У мене є. Он правду вам не может сказать. Як не може? А, кто, кажуть, а ви що, мамка, що він тебе вам буде правду говорити, или що? Я или папка? Користуюсь тим, що мені. Послушай, то, що вам користуватися на там дало, это его не волнует. Я вам рассказываю о том, что то, что у вас есть видео, якобы человек нарушил, это еще не есть притянуто до відповідальності. Ви должны довести я это. Я ще його не притягую, я йому пояснюю. Ну все, уже сколько ви вже тут стоїте? Я чоловіку розповідаю, як повинен виїжджати з прилеглої території. Я знаю, як ви повинні службу нести, але ви її так не несете. На минуточку, ви її так не несете. Ну, я зараз на пару часов... Інформація, що ще таку ми несемо це, як потрібно. Він задержаний. Я розмовляю з чоловіком. Спроси, ти задержаний. Ви завершаєте, хочеш на моєму времені, я на роботі ж дуже. Виїжджаючи з прилеглої території, ви вмикали поворот направо? Я почав на вілку, тому що це вчора. Каже, що вмикав на лівку. Тобі повинен вмикати, якщо вмикає на лівку. Що? Коли вмикає поворот на лівку, куди, я повинен? Коли повинен, куди він повинен вмикати? Вліво зміщаюся. Я зміщаюся вліво. Вліво ряд. Послушай, он влево, он имеет в виду, что он перестраивался. Выезжая вправо, он включил левый поворотник, чтобы перестроиться в левый ряд. Перестроиться в левый ряд он включил. А до того, как он поворот. А откуда ты знаешь, работал у него? Это уже техническая неисправность будет. Давай на минуточку так уже притягивай. Каже, працював. А? Каже, вот водил, что працював. Был вимкнен правый поворот. У него здесь все отображалось. А то, что у него там не отображалось, это уже как бы другая ситуация. Это уже другая. Я вам еще раз объясняю. Если вы хотите все сделать красиво, на это уйдет очень много времени. Но, к сожалению, в нашем государстве это очень будет вам тяжело. Поэтому, инспектор, отпускайте данного человека. Он не виновен в том, что у вас там где-то показалось. Понимаете? И вы его судьбу решать не будете. Вы еще не Господь Бог. Мы судьбу ничего не решаем. А я вижу, что вы решаете. Я могу ехать? Можно документы ваши ознакомиться? Для чего? Начнем с этого. Для чего? В 32-й статье закона о полиции, там про ПДД еще ничего не сказано. Там есть информация. Это только в 35-й. Еще водитель может там какое-то правопорушение. Если есть техническая неисправность, если... Где? Это в 32-й прописано такое про техническую неисправность? Чего тут 32-й? Интервью решил? Закон о полиции, 32-я статья закона о полиции говорит о чем? Проверка документов. В чем проблема? Проверяются документы на основании чего?
Якщо порушено правила дорожного. Ви доказали його правопорушення. Ще ні. Він не хоче комусь виказати. Та що значить не хоче? Ви вже повинні були підготовлені підійти. Чоловік ще не хоче знайомитись з доказом. Я його запрошую до адміністративної будівлі з дерева знайомлення. А він обов'язаний це робити? Ви знаєте, що зараз нововведення, і що якщо вам приказують вийти з машини, ви обов'язані. Він відмовляється. Він відмовляється. Що ти будеш робити? По 2695, що ти будеш робити? Вот я тебе скажу, ничего. А если, не дай бог, ты поломаешь человека, то значит, это для тебя закончится. Понял? Когда вам создавали этот 2695, они не думали о том, что вы понесете, какую ответственность, да. Понимаешь? Человек, не, ты ему не сможешь 185-ю применить. Не сможешь. Уезжай уже на лигу. Вы знаете, что вы не сам. Вмешался влево, указался в маневр. Не будете вы старым депутатом. А я что, туда рвусь? Там не написано, что я депутат. А то вы начинаете трактовать законы. Почему? Я их трактую так, как было написано. Конечно, имею. Конечно. А он у вас есть? У меня есть. Вы с собой его носите? Иногда вожу. В следующий раз возьму вам показать. Чтобы не сомневались. Я его завершу. Останусь наступить. Ладно, езжай с Богом. Это бесполезно. Вот сейчас вот что вы делаете, Вадим. Я ему говорю так, как нужно поступить. Вы сейчас оказываете незаконное влияние, да, на посадовую особу. Первая часть 345 статьи уголовного кодекса. 342 статьи. 345. 345, уважаемый, да будет вам известно. Это телесные ушкодження, нанесенные на посадовую особу. А 342, это будь-який вплив на посадовую особу. 343. 342. Открыть вам сейчас. Открываю. На самой и сразу вызывать сейчас на оперативную группу. Сразу же, моментально. Моментально вызывай. Вот вызывай. Спроси еще раз, ты задержан? Вот, не задержан, а именно там. Нет, вот. Вас никто не задержан. Все, я выйти. Я вас покажу, чтобы ты знал. У меня, к сожалению, у меня ты времени в обрез. Понимаешь? По факту. Времени нет. Леша говорит, поехали. А ты начинаешь тут это концерты. Молодежь трача. Сделал без поворота, вы видели. Так. Ну. Братуха, я в общем поехал, если что, надзор Харьков. Меня на там водос Харьков будет. Поехал, мне нет времени, честно. Так вы сами себя задержите, по факту. Я не задержу. По факту. Ну сами себя задержите. Он нам давно предлагал. Идите, короче, напишешь, если вы не виноваты, он извиняется и все. Ну, в чем вопрос? Друзья, как обычно, пост высокий, первый батальон начинает просто исполнять. И все, вы знаете, Локтионова. Я уже сказал. Да. Зря, не вот сказал. Вот этого. Да, имбецила. В общем, вы знаете, что делать. Дела, ты стоишь, занимаешься непонятно. Он, во-первых, тебе не Леша. Алексей, как Михалыч. Он тебе, да, во-первых, Михалыч. Не Леша, а Алексей Михалыч. Все. Он постарше тебя. Вадим Анатольевич, счастливого пути. Счастливого он, пути. Немножечко уважаемый человек, в отличие от тебя. Да. Да. Ну, то, что вами неуважаемый, я там не сомневался. А я что, тебе сказал, что ты неуважаемый или что? Да, неоднократно. Я тебе это сказал? Ну, хорошо, вы меня назвали другими словами, которые это, явно это, не проявляют уважения. Это я могу. Да? Все. Еще какие-то вопросы? Все. Друзья, вы знаете, что делать.